First of all, I would like to congratulate Yenisei on the victory. В первую очередь я хотел бы поздравить Енисей с победой. I think that we were not smart enough in the end to close the chance that we got to win this game. В конце нам не хватило принятия умного решения, чтобы воспользоваться шансом выиграть игру. The deal was to receive the ball under the basket and to try to score for a higher percentage shot, but Meyers felt that he should receive it and shoot it. It was not a bad shot, but we wanted something better. Нашей идеей было доставить мяч под кольцо и выполнить оттуда бросок, где вероятность в процентном соотношении точного попадания гораздо выше. Однако Мартин Смейерс принял решение получить мяч выше и совершить бросок, который нельзя назвать плохим. Это был хороший бросок, но он был более сложным по исполнению, чем наша задуманная идея. It is tough when you lose a game like this, especially we were controlling it for 25 minutes, we were leading, and there was, let's say, logic in our game. But I think that there in the ending of the fourth quarter, we started to be a little bit nervous and our defensive focus faded away. Тяжело проигрывать такие игры, тем более если взять в расчет тот факт, что первые 25 минут, я бы сказал, что мы контролировали игру. Наши действия на площадке были очень логичными и осмысленными, что позволило нам, как я уже сказал, контролировать игру. Однако в концовке игры по той или иной причине мы потеряли концентрацию в обороне, допускали ошибки, и это и послужило одной из основных причин поражения. Congratulations for my players. I think that's a big win for us after the lots of problem what we have during the season. Я бы хотел поздравить своих игроков с победой. Это очень большая победа для нашей команды, учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись в этом сезоне. I cannot say that I am so satisfied with the quality of the game, but big respect for my players. How they fight, how they want to work. But objective, we didn't physically prepare for the working hard. What I want to see all the game. Я не могу сказать, что я удовлетворен качеством показанной игры, однако мои игроки заслуживают уважения за то желание, страсть и борьбу, которую они показали на площадке. Но при этом нужно сказать, что объективно все-таки мы сейчас не имеем возможности набрать необходимый физический уровень игры, чтобы показывать ту игру, которой я был бы более доволен. Но мои игроки заслуживают уважения. Спасибо, болельщики, что приехали. Мы сделали победу за наши болельщики. И очень спасибо, что приехали в залу и давали, как се скажу, суппорт за мою команду. Поддержку. Поддержку за мою команду.